Самое время навестить Почту России. Поехали! Почта России. Работаем для вас. Работает в Билимбае для хвостатого счастья. Работает. Пойдемте. Здравствуйте. Вот я получил, значит, посылки. Распаковки у нас не получилось вчера сделать. Постараемся распаковать на следующем прямом эфире. Спасибо, друзья, огромное. Здесь вот две маленьких и две больших. А на этом вот самокате я сегодня ездил, забирал машину из ремонта. Кстати, глина заказывала на Озоне. Дождик начался, я не показал. Вот здесь у нас коробки, салфетки специальные такие удобные. Если что, надо тоже ее достать будет. Глину уже просто унесла. Так что вот. Поехали домой.